Судебная реформа в скором времени может вступить в силу. Новые нормы основного закона должны деполитизировать судебную систему и обновить судейский корпус. Об этом говорили на круглом столе по гражданскому и семейному праву. Это процесс реформирования системы правосудия, так называемой судебной реформы. И в рамках этого сейчас идет, завершается формирование Верховного суда. Дальше идет отбор судей в суды первой инстанции. Дальше пойдет отбор судей в апелляционные суды. И всем этим судам необходимо будет работать в соответствии с новым законом про судоустройство. По словам участников круглого стола, в рамках реформы судьи и адвокаты будут сплоченно работать вместе. Также на новый уровень перейдет и процесс подачи дела на рассмотрение. Теперь предоставить необходимые документы для суда можно будет, не выходя из дома. Новеллы коснулись абсолютно всех стадий, начиная там процедуры оформления, подачи искового заявления, то, что может интересно непосредственно гражданину или адвокату, который представляет интерес. И, собственно говоря, это затрагивает всех абсолютно участников. И вот суда, в частности, с точки зрения процессуальной деятельности, которая должна, требования процессуального закона, если он будет принят, он будет принят, скорее всего, в ближайшее время, то суду обеспечивать исполнение этого обновленной процессуальной формы. Ну а я отмечу, что в последний раз судебная реформа обновлялась в 2005 году.